Широка Волга, привольна, мир накатит воды свои величаво. Вот и встретилась великая река со своей сестрой, рекой Камой. Встретились две культуры, западная и восточная. Прекрасная земля Татарстана, теплота юга, загадочность севера. Все это о Татарстане и о его людях. Великий исторический путь прошел народ. Память о великом прошлом хранит в сердце своем. В Татарстане, говорят, забывший свой народ не сможет уважать и другие народы. В приволжских степях недалеко от Казани взору путешественника открывается небывалое зрелище. Словно из восточной сказки вырастает город живописными строениями. Средневековые башни, дворцы, мавзолеи, минареты, библиотеки, бани. Это Булгар, самый могучий город Волжской империи, простиравший свои просторы от Белого моря до Каспия. И стоит тебе прикрыть глаза, как сквозь завывание ветра становится слышна многоголосная песнь древнего города. Слышен крик торговцев восточного базара, смех посетителей чайханы, удары кузнечных молотов наковальне, протяжные голоса муэдзинов, взывающих правоверных на молитву. Глубокие, мощные корни татарской культуры. От этих древних корней живительными токами придет в сегодняшний Татарстан идея мира и согласия. Сегодня на земле Татарстана в едином содружестве проживает более 107 национальностей. В 2000 году на земле Татарстана был построен первый Казанский институт культуры мира. Это первый в мире институт по подготовке гражданских миротворцев. Мудрость, глубина, терпение, труд. Основы жизни народа. Жизнелюбие и веселость духа – свойства его характера. А какие праздники в Татарстане? Не были? Приезжайте, убедитесь сами. Навруз, Жиен, один сабантуй чего стоит. Гостеприимен и щедр татарский народ. Подарки, угощения, состязания батыров, игры молодежи, песни, шутки. Идешь в гости? Неси подарок в горсти. Много гостей, много новостей. Умел звать, умею угощать. Хозяин весел и гости рады. Мы рады приветствовать всех вас в этом уютном зале Центра культуры и искусств имени Калиниченко. Сегодня у нас в гостях при поддержке правительства Московской области, Духовного управления мусульман Московской области, в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Наиля Фатехова с благотворительным юбилейным концертом в рамках областного фестиваля «Безберге». Мы вместе. Наиля Фатехова вносит большой вклад в культурную жизнь татарского народа, создала много интересных авторских, татарских и международных сценических программ. Исполненные певицей музыкальные образы не только запоминаются, но и обладают творческой глубиной, самобытностью, полифонией чувств, проникновенностью. В татарском эстрадном исполнительском искусстве Наиля Фатехова является визитной карточкой Москвы. Благодаря Наиле Фатеховой в Государственном Кремлевском дворце и Крокус-Сити-Холле на татарском языке вместе с ней запели Барри Алибасов и группа «Нана», Марат Башаров, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», «Бурановские бабушки». Итак, дорогие друзья, встречайте! На сцене заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Наиля Фатехова и ансамбль духовной песни «Медина». Ваши аплодисменты! Туғаның не? Сағынғанда
Очень рады, что сегодня мы на Ногинской земле, и здесь так много замечательных людей, и татар, и других национальностей, которые вместе пришли, чтобы радоваться сегодняшнему дню. Хорошо, что мы здесь, татары в Ногинске, можем давать свои концерты, и хорошо, что мы можем нести свою религию. Мы, конечно, вот нашим коллективом очень тоже скорбим, говорим о том, что о событиях в Петербурге, и хочется своим творчеством, своими делами доказать, что мусульмане — это добрые, настоящие, хорошие люди. Это не те, кто... То есть они вообще не люди. Вот так вот мы тоже каждый раз вместе с простыми людьми за нашу мусульманскую веру, которая очень добрая, чистая, настоящая. И я рада, что вы здесь все тоже вместе с нами, именно вместе поддерживаете эти мысли. И хочу пригласить на сцену хазрята города Ногинска, имама Абдурауфа хазрята. Исәнмесез, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерле милләттәшләр, һәр берегезне ушбу җума көне белән котлыйм. Дорогие братья и сестры, позвольте передать самые искренние приветствия духовного лидера нашей страны, муфти Рушана Равиля Гайнутдина и его первого заместителя Московской области, его Российской Федерации Совета муфтиев России, председатель Совета муфтиев, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушана Хазрята Абьясова. Буквально вчера в нашем районе, в Ногинском районе, альхамдулилля, мы, слава Богу, смогли открыть еще одну молельную комнату, молельную мечеть в Старой Купавне, где был наш лидер мусульман Равиль Гайнутдин, Рушан Хазрят, глава Ногинского района Игорь Петрович Красавин, благочины церквей Багарского края Марк Ермолаев и другие почетные гости, послы, имамы, председатели наших мусульманских общин. Также я к словам нашей заслуженной артисты российской и России и Татарстана Найли Фатихова я присоединяюсь. Вы все слышали, что произошло на этих днях. Буквально за несколько дней в Питере, в Астрахани, в Ростове-на-Дону, что произошло, это теракт. Мы все скорбим, мы все молим, чтобы на этой земле был мир, спокойствие. Поэтому эти храмы, мечети, церкви, храмы строятся для того, чтобы было единство, чтобы ходили, чтобы
уважали друг друга. Конечно же, это мероприятие проводится при поддержке Московской области, при поддержке духовного управления мусульман Московской области и, конечно же, нашими артистками. Это заслуженные артистки Татарстана и России, Наиля Фатихова и ансамбль Медина. Альхамля, благодарим за вас тоже, что вы приехали. Будем ждать вас. Собирать подарок от нашей мечети. Ваши аплодисменты. Спасибо большое, потому что этот юбилейный тур я с удовольствием провожу по городам Московской области. Это наши родные края. И после речи Абдурауф Хазрята по открытию мечети я хочу исполнить одну из наших любимых песен, которая называется «Монара», «Минарет». Hey.
символ Магаш, Янгар Явы Кугере, Сине Кисе Тышерге. В Тунисе, в Марокко выступали вот в таких же костюмах, меховушках. Они нас трогали. В Иране мы были, в Иордании. И говорили, как же вы живете в России? Как же вам, мусульманам, там дают жить? Вот так мы спокойно, видите, у нас, Московская область, мы выступаем, мы говорим на одном языке. Вот мы такие татарки, женщины, которые ведут нормальный образ жизни. И всем было очень приятно, что мы выражали как раз вот всех татарских мусульман России, в этих странах. И нам послы этих стран говорили, что мы делаем гораздо больше для нашей страны, чем дипломаты, потому что своим творчеством вот объясняем, кто мы такие есть, вот какие мы песни поем, и о чем мы поем, и какие мы сами. Я просто говорю, что здесь жарко, но там было еще жарче, честно говоря, когда в Марокко и в Тунисе. Но мы с удовольствием пели, тем более здесь, когда полный зал. Спасибо вам, что вы все пришли. Аплодисменты вам. И один из наших мунаджатов, песни духовные на татарском языке, называется «Мунаджаты». Называется «Ас-саляту аля-наби», или о пророках, о 25 пророках, которые упоминаются в нашем священном Коране. Аллах
Языках и на русском тоже, потому что часто нас приглашают и на православные праздники. И когда мы объясняем, о чем мы поем, люди с пониманием относятся к нам и даже что-то за нами и повторяют. В каждой религии люди начинают любое дело со слов обращения к Богу, Всевышнему. И мы хотим спеть вот о том, как это звучит на арабском языке. Бисмилляхи рахмяни рахим, во имя Всевышнего, милостивого и милосердного. Вот. А в этом будет наше произведение. Yeah.
поняла, что в России мы всегда отмечаем все праздники вместе. И православные праздники, вот скоро будет Пасха, а потом будет Рамазан праздник. И вот мы хотим сейчас уже в преддверии, может быть, мы с вами не увидимся на Ураза-Байрам, а праздник после поста священного, а песню мы вам споем. Так и называется «Ураза-Байрам». На слова. Альфия Юсупова. Мы много пишем сами, и одна из таких женских песен, называется она «Альхамдулилля». Слава Богу. Всем хорошо. Пока.
много и наши российские песни. И вот сейчас, впервые для этого турне, мы написали песню о Московской области. Мы просим вас оценить ее и, если понравится, петь вместе. Слова Афетуйлы Кутюшева. Передаем слово нашим ведущим или сразу приглашаем хореографический детский ансамбль «Славянка». Аплодисменты ваши! Thank you.
общине между разными народами. Ну а сейчас, дорогие друзья, свой музыкальный подарок вам дарит Илья Костюченко. Встречайте! Сказано немало, он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев ни бывало, а лучше вальса права нет. Дорогие друзья, встречайте на нашей сцене Зульфия Халилова, казахский вальс. Фатеховый ансамбль духовной песни «Медина». Аплодисменты. Азербайджан, спасибо. Мы хотели бы обязательно в этом концерте, мы исполняем в каждом концерте песни о победе в войне Великой Отечественной. И эта песня написана специально для этого, прифронтовой вальсок. Слова и музыка Светланы и Ольги Игнатовой. Вальс фронтовой на дорогах войны, вальс на сожженной траве у реки. Большого в мирные дни на перекрестках линий судьбы вальс со слезой. Победу встречал, люди, давайте петь, танцевать, праздник победы вместе встречать. Люди, давайте петь, танцевать, тех, кто с войны не пришел вспоминать. Нари-нари-на, нари-нари-на.
При песне «Прифронтовой вальсок». Это действительно наши тартары Москвы были на, все вы знаете, про бессмертный полк. И вот наша, у нас организация «Акалфак», я ее возглавляю, московская, это Роза. Она активный участник «Акалфак». Это все вот ее съемки, это портрет ее папы, который был на войне. Розочка, спасибо огромное. Все, что вы здесь на экране, это делает она. Лава Шикер. Ну, я хочу сказать, что герои у нас и сегодня есть, потому что следующая песня называется «Аэроплан», и мы ее вместе написали заслуженным летчиком России, летчиком-испытателем Ильдусом Керамовым. Он тоже живет в Московской области, в городе Жуковском. Он совершенно отважный летчик. Вот сейчас вы все увидите на экране его полеты под мою песню. Слова Назифы Каримовой. Аэроплан, аэроплан, аэроплан.
следующую песню мы все, вы, может быть, видели на татарстанском телевидении, ее часто транслируют и в интернете. Мы ее исполняем с Маратом Башаровым. Я думаю, вы все ее знаете. Это народная татарская песня «Якара эле куземя». Смотри мне в глаза, и будешь моим. Булдырсың өзімдегіне бірге, yeah!